Всем привет! Сегодня мы будем делать ватрушки для тех, кто питается по диете доктора Дюкана. Для этого нам необходимо 400 грамм обезжиренного творога, 4 куриных яйца, столовую ложку сахарозаменителя и чуть-чуть присолим и добавим чуть-чуть ванили. Вот такой вот нехитрый у нас сегодня рецепт. Все это перемешиваем блендером. Теперь это тесто разливаем по силиконовым формочкам. Ставим горячую духовку. Прошло 25 минут, и теперь мы можем увидеть наш результат. Подписывайтесь на наш видеоканал. И следите за новыми видеосюжетами и видеорецептами. До свидания!